Всем привет! Есть у меня вот такой сапожный ножик, который я периодически точу. Делаю им все подряд. Вот для того, что даже вот заворачиваю болты, саморезы. Вот сталь это от пилы, такой, который мрамор пилит. Вот, точу я его быстро, незатейливо. Кому не нравится, не смотрите, не точите. Я видео так и назову. Как я затачиваю свой нож. У меня есть вот такой заточной станок. Как правильно, не знаю, даже называется. Угол. Угол, под которым я прижимаю кругу. Ну, минимально маленький. Для чего? Для того, чтобы лезвие было тонкое и резало как бритва. Благо сталь позволяет, сталь тут крепкая, то есть ее можно достаточно тонко, но не пережечь, то есть если сильно нажмешь, она может прям сгореть, прям видно будет. Одна сторона. Вторая сторона. Когда я прижимаю к какой-то стороне, тут с другой стороны появляются заусенцы. И вот так можно ногтем попробовать. Но уже ножик достаточно острый, смотрите. Видите? Дерево легко режет. Ну еще маленько сниму, чтобы плоскость была. Конечно, это не то, что специальный заточный станок, это прям так, на скорую руку. Эта сторона попрямее, поэтому я сначала так, потом переворачивал. И сейчас доработаю еще. Вот такой вот заточной, или как, шлифовальный круг. Этому кругу столько же лет, сколько мне. А именно лет 50. И чтобы убрать заусенцы с лезвия, я вот так вот прохожу. Одну сторону. То, что бил, это он возле стены стоял, побеленный. В детстве я на нем коньки точил. Он очень мелкий, абразив. Ну вот так быстро, буквально за 2-3 минуты. Видео дольше идет, чем я точу, потому что рассказываю. Я буквально точу любой из ножей. Ну, вот у меня сейчас под руку попал вот этот рабочий сапожный нож. Так, пробуем. Меня пока устраивает. То есть, если надо острее, можно было, конечно, и тут сидеть полчаса выводить. Но меня вполне устраивает для моих гаражных нужд. Сегодня я точил его. Вот этот вот шланг, видите, он лопнул. Мне нужно его вот так вот отрезать и опять заново насадить.
почему внутри вырезал? Да трубка великоватая, чтобы когда на лазе, вот таких порывов меньше было. И все, вот он нож, вот он шланг, заточка.